Привет! С вами я, Катя. И сегодня я буду собирать свою куклу Кристал на новогоднюю вечеринку. Каждый год мои подружки организовывают просто восхитительные праздники для своих кукол и приглашают друг друга в гости. А вот и приглашение для Кристал. Мне очень нравится то, как стильно оно выглядит. Так, посмотрим. Вы приглашены. Дом Софии, 18 декабря, 18:00. Стоп! Что? 18 декабря? Это же сегодня! Я думала, вечеринка на следующей неделе, который... О, боже! Вечеринка через 3 часа! А как же платье, прическа, туфли, аксессуары? Я же ничего не подготовила для Кристал. Но наверняка в ее гардеробе найдется что-нибудь подходящее. Что тут у нас? Нет? Нет. Это тоже нет. Выглядит как бабушкино платье. О боже, неужели Кристал будет замухрышкой на вечеринке? Нет, нет, нет. Я непременно исправлю ситуацию. Более того, я сделаю мою куколку самой красивой. Тем более, что у меня появилось новое рабочее место, а также куча разной канцелярии и декора. Кстати, посмотреть, как я покупала всю эту красоту, вы можете на моей страничке Instagram. Там еще много интересного. Ссылку оставлю в описании под видео. Мои подружки всегда рисуют своим куклам очень красивые и модные наряды. Но в этот раз я хочу, чтобы моя Кристал превзошла всех. Есть у меня одна идейка. Немного переживаю, получится ли у меня ее осуществить, но я попробую. Где же они? А вы, ребята, поддержите меня лайками. Это всегда поднимает мне настроение. Вот, нашла! Так вот, в этих пакетиках находится более 1000 страз. И я хочу использовать каждый из них. И все это в одном платье. Как вам идея? В общем, не буду терять времени и приступлю к созданию этого супер-пупер-мега-сверкающего платья. Для начала сделаю очертания будущего платья вокруг куклы с помощью карандаша. Затем обведу контур тонким маркером. Раскрасить платье я решила голубыми маркерами. Мне кажется, этот цвет очень идет Кристал. Сначала использую самый светлый тон, а затем немного затеню более темным маркером. Платье уже выглядит довольно хорошо. Но я все же приступаю к самой интересной части, а именно к стразам. Нанесу немного клея на нужные мне места с помощью зубочистки. Это очень удобно. И начинаем клеить. О боже, такой сложной работы у меня еще не было. И это только 1/3 камней. Но я надеюсь, что результат того стоит. Все, не могу. Сделаем небольшой перерыв. Заварю себе чаек. И, конечно же, вкусняшка. Ням-ням. А знаете, что у меня в этом конверте? Это ваши рисуночки. На этой неделе вы были просто мега активными и завалили меня своими работами. Знаете, смотрю я на эти рисунки и понимаю, что в сравнении с вашими, мои детские рисунки — это просто каракули. Вы все большие молодцы. Я очень горжусь вами. Продолжаем клеить. Еще немного, и платье будет готово. Платье готово. Остается только его вырезать. Вы только посмотрите, как восхитительно оно выглядит. Примерим. У меня просто нет слов. А вот и туфельки. К счастью, они уже были готовы. И, конечно же, не забудем о праздничной прическе. Это потрясающе! Кристал выглядит просто как кинозвезда. И мы как раз успеваем на торжество. Ужасно не люблю опаздывать. Привет, девчонки! Какой замечательный праздник! Нужно непременно сделать много фотографий. И, конечно же, обменяться подарками. Праздник прошел на ура! И всем захотелось сделать такие же платья для их кукол.
Если вам тоже понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Yes, I am on my way. We'll put our